Всем добрый день. Рядом со мной находится Аполлон современности. Его зовут Саша Сигаль. И сегодня мы будем подходить к людям на улице и фристайлить на свободную тему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И мы погнали. Погнали. Let's go. Let's go. Фристайл контент. Давайте вам настроение поднимем. Секунд 30. Зачитаем про вас. О, какие скромняшки. Это фиаско, братан. Настроение поднимем. Фристайл просто. Зачитаем. А мы вам 30 секунд. 30 секунд, да, зафристайлим вопрос. 30 секунд, про 2 года прям. Нет. Нет. Слушай, я 30... Очень красивые. На нашем жизненном пути, да? Давай, не бойся. Как тебя зовут? Альбина, Лата. Альбина, Лата и Полина. Альбина и Полина. Айда, поехали. Альбина и Полина. От нас что, реакция нужна? Нет, от вас вообще ничего не надо. Просто рядом сидеть. Альбина и Полина. Нам сказали, мальчики, отойдите, мы вас не знаем. 2 года с подругой не виделись вообще, вы пришли и испортили все уже. Но мы просто хотим, чтобы вы улыбались, как подружки, немного посмеялись. Обнимите друг друга, скажите, как дела, и дайте нам 5, ну а мы пошли, пока. Все, спасибо, девчонки. Всего доброго. И вам, хорошего вечера. Теперь ты. Жги. Давай, Саня. Улыбка, обаяние. Девчонки, приветствую. Мы снимаем небольшой фристайл. Хотели бы вам настроение поднять. Очень прекрасно выглядите. Как у вас встречать? Слушай, тут очень удобно. Извини, я мыл руки, честно. Дарья и Эльза. Все. Даже можно не спрашивать. Слушай, какая удобная аллея. Все, погнали. Сейчас он настроит. Сейчас я на бит настроюсь. Даша с Эльзой просто улыбались, немного на нас насмеялись. Ну да ладно, девчонки, все хорошо, ну открой зубки, блестят же еще. Даша тоже немного засмущалась, ручками прикрылась, заволновалась. Расправь крылья и просто лети, теплая осень у нас всех впереди. Кстати, как у вас дела, девчонки? Че так скромно сидите в сторонке? Давайте можете с нами танцевать, для нас Саша сегодня будет играть. Кстати, я тоже, Саша, умею читать быстро слова, вроде слагать, рифмовать, да? Ну или просто слагать. Саша, давай, начинай запевать. Давай с тобой. Можно танцевать еще, не бой. Я пытался. Этот мир со мной можно перевернем. С тобой вдвоем. Нет, мы не. Мы просто пойдем. Мы просто пойдем, да, да, да. Спасибо, девчонки. Классно получается. На самом деле, мы не педики. Да что ты говоришь? Добрый вечер. Мы сделаем небольшой фристайл. Хотели про вас маленькую песню сыграть. Давайте. Можно? Как вас зовут? Мила. Мила. Малика. Малика. Мила и Малика. Записано. Тоже записано нормально. Мила и Малика. Сидит Мила и Малика. 2М. Почти что судьба. Это сестра? Или мама, или дочь, но я не в силах вам помочь. Вы разберитесь там между собой. А ты что не снимаешь? Свой плейбой тебя потом за это наругает. Да ладно, знаем мы, друзья, мы сейчас уплываем. А вы снимайте свой контент, потом выложите в инсту, скажете нам привет. Это Саша, я, кстати, тоже Санек. Мы вам всем привет большой шлем. Улыбайтесь и веселитесь. В эту осень с нами ворвитесь. Еще солнце, еще тепло, так что гуляем, у нас все хорошо. Он романтик. Спасибо, девчонки. Спасибо. Делаем небольшой фристайл. Попоем. О, да. Мы сами, как вас зовут? Алина. Алина и? Алсу. Алина и Алсу. Давайте сюда отойдем в сторону. Чтобы солнышко лечит. Вам просто стоять с нами и улыбаться. У вас просто. Смотрите, нам просто мало свет, ваши шикарные улыбки. Вы просто будете все освещать, а мы немножечко петь. Да, немножко по фристайлим. Алина и Алсу попали на YouTube. К Сане Кузьмину. Вас там уже ждут. Улыбайтесь и просто веселитесь. Под этим солнцем немного порезвитесь. Мы провожаем лето и встречаем осень. И вас улыбаться сильно просим. Кстати, мне сказали, ты можешь петь. Подхвати в этот бит свой куплет. Давай вставь пару красивых нот. Мы же знаем, ты можешь. Мы ждем, ну спой для нас хоть чутка. Ну или просто улыбайся вон туда. А мы продолжим свой путь легко. Ну что, поешь? Ну давай еще. Остановите, Саня,
или воды, пока они ждут, а мы пошли. Ну ладно, пойте и улыбайтесь. Главное, давайте 5 и не скучайте. Спасибо. Все, всего хорошего. Всего хорошего дня. Взаимного. До свидания. Может, просто споешь тогда? Беги, дорогая, беги. Беги ради папы и мамы. И Саши встретились, как бы, да. Все неудобно. Причем двое талантливых, один красивый, блин. А вот теперь определите. Напишите в комментариях, кто из нас талантливый, а кто красивый. Очень. Александр тоже ведущий, да? Да. Максимилиан, скорее всего. Да, вообще ужас. Вчера такой, да, вчера. Вчера это было, это было тяжело. Это была незабываемая ночь. Это было, да. Меня там не было. Жена на Ютубе увидит просто. Когда я пьян, я Джеки Чан, да, там такие. Так. Ну что, про три Саши, попробуем что-нибудь зачитать. Давай. Шли по парку, увидали Сашу. Он подошел. Я фанат, я знаю ваших. Вы такие классные ребята. На Ютубе снимаетесь, просто орлята. Я вас. Не, короче, не прет. Не. Это надо вдохновение, Видишь, когда девочки, девочка, у меня вдохновение. У него настолько тонус поднимается. У меня поднимается настроение, когда девочкам читаю. Да, все. Сань, ну ладно. Я, короче, не ебать. Да не, подожди, сейчас. Сейчас, подожди, дай настроиться. Ты сейчас убедишься в том, ты почувствуешь, блядь. Ты это не Шарли? Я не такой. Ну, вот смотрите, мы компания. Окей, подожди, Саш. Попробуем еще раз. Давай. Не, давай это другой. Короче, пожестче. Слишком лирично для парня. Подошел Александр, сказал, очень рад. Кстати, Александр, я ваш фанат. Смотрел не раз вас на Ютубе. Вы в моем топе, вы в супергуде. Мы там с друзьями сидим, отдыхаем. Подходите к нам, мы вас позамечаем. Что-то я опять немного затупил, Саня, но ты красавчик. Не, нормально, так что извини. Ты вообще красавчик. Давай качать, нас уже снимает народ. Вон там Есения, если что, стоит и нас ждет. Люди в шоке, вокруг гуляют. Черное озеро. Мы весну встречаем, хотя уже пришла осень. Что за фигня, я напутал. Но я не спал вчера. Ты со мной бухал? А нет, это был не ты. Короче, люди, извините, если спалил. Наверное, что-то получилось. Да, супер. Спасибо. Вам спасибо. Я просто похлопаю. Девчонки, привет. Мы снимаем небольшой контент, фристайл по гитару. Давайте мы вам зачитаем буквально. Это будет последний наш подход, и мы уже пойдем. Вас как зовут? Алина. Алина и? Диана. Алина и Диана. Слушай, прикольно. Давай зачитаем. Да, только это в камер. А я должен, подожди, я должен вот эту штуку называть? Да, я буду это играть. Алина и Диана встали из-под одеяла сегодня после обеда, но это было рано. Вечера была суббота и тусовались, от заката до рассвета улыбались. Или от рассвета до заката. Короче, не надо под одеяло, просто гуляйте и дарите тепло. И будет счастье, и все будет хорошо. Давай 5, и ты. Там в кофе есть коньяк, так что пейте от души. Если слегка продолжать, то можно всю неделю под одеялом потерять. Все, хватит болтать. Спасибо, девчонки. It's only after dark. Мой танец напоследок сделаем. Нормально? А виски должно литься. Оскара! Все, хватит, я стесняюсь. Спасибо, девочки, еще раз. Большое вам. Спасибо. Спасибо, девочки. Давайте. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Я ничего не пою, я тебе просто... Что вы сейчас делаете? Просто YouTube снимаем контент, прикольный. А ты сейчас залетишь на YouTube? Да. Ну сейчас залетишь и все. Это вообще сразу по башке надо дать за это дело. Сейчас залетишь. Здороваться там не будешь, скажи, я звезда. Давай. Какую песню ты поешь? Может, Саша еще знает на гитаре. Может, там это, «Кольчик на колене купола». Владимирский централ, хоп, мусорок. Не шей, не срок. Ну какая твоя любимая песня? У нас новый формат, мы теперь не подход с фристайлом, а караоке. А в какие караоке поете? Давайте, мы придем туда с гитарой. У меня аж микрофон упал. А что? Не, все хорошо, это бьет, ты меня еще убьет. Виагра, как тебе? Виагра? Прекрасно работает. А группа? Так я говорю, группа не знаю, Виагра работает. Пошлость. Звенящая пошлость.
Там начинается легко. Вот как двигалась эта картина. Я был как художник, лепил из пластилина любовь, которая, как мне казалось, я выдумал сам, и она получалась. Цитаты, которые мне не давались, я взял их под сердцем, они там валялись. Так нет, не пылились, их просто не брали. Цвета едкой боли, любовной печали. Цвета цвета крови, бегущей по венам. Цвета цвета крови, бегущей по венам. Они так стонали, они так кричали. Я чувствовал телом, вроде того, быть или не быть. Я хотел бы знать, как. Вот в чем вопрос. Как бы мне тебя не убить, не любить тебя, как. Вот где ответ, вот как битва покажет, где боль. На рану как соль, сука, любовь. Сука, любовь. Вот как битва покажет, где боль. На рану как соль, сука, любовь. Сука, любовь. Круто! Спасибо вам большое, вообще, бля. Спасибо еще раз. Спасибо. Все, хорошего дня. Хорошо поет, да? Вот, можете надеюсь, послушать. Она выиграет. У нее будет очень много лайков, я там еще накаменчу. Накаменчи. А, ну ладно, все, давайте. Все, спасибо, девчонки, спасибо. Очень позитивные. Отсюда с нами? Ей пока рано залетать. Ну раз пока, загуляйте еще вдоволь. Пока.